Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дела Семейные. Сейчас мы хотим съездить на дом. Наш плиточник нам позвонил и сказал, что уже заканчивает работу, мы можем принимать. Вот мы оставили наших деток нашей бабушке Наташе и едем. Еще хотим сделать что-нибудь по дому. Уже надо приводить в порядок, плиточник закончил работу, значит, можно убраться. Ничего, пока грязной работы мы делать на данный момент, этапе несколько месяцев, наверное, не будем. Будем заниматься уличными работами. Так что погнали! Ты что купил? Совков. Совков. Денег не было, со счетки никаких. Совка купил? Совок купил. 10 подписчиками мешков. Поздоровайся, я поздороваюсь. Всем привет. И попить. Хорошо. Какие-то тут эти пакеты дешевые. Я за все, что я купила, дал 4,60 всего лишь. Угу. Там 10 больших пакетов на 240 литров. Угу. Хорошие, посмотрим, какие они. На мусор нам надо. Все, поехали. Куда приехали, рассказывай нашим подписчикам. С номерами. Все, уже будем с номерами. Ну, наверное. Надеюсь, наверное. Забер... Мне только паспорт нужен? Наверное. Ну да, ты в прошлый раз забирал с паспортом. Все, пошел. Смазку. Все? Да. С номерами? Так быстро? Что, нет никого? Первые две цифры. 27. А вы поставьте на паузу и попробуйте догадаться, какие первые две цифры. Подсказка уже была. 12? Нет. Первые две цифры. Первые две цифры. Ну. Ну за. 1-2. 1-1. А, 1-1. 1-1-30. Боже, какие они грязные. Это старые. Новые номера 81 рубль. Старые 54. Угу. Так это все что такое? Э? Это просто отмыть надо. Просто отмыть. Боже, что они их не моют? Все. Теперь у нас есть новая машина. Подъезжаем уже. Работать нас ждет, будем? Нас ждет плиточник. Зафуговал то, что осталось. Сейчас мы увидим поддон готовый. Да, сейчас, в принципе, уже все готовое. Да. Пленка держится, да? Угу. Да, держится. Стопудово там уже понаделали голуби. Сейчас проверим. А что это валяется? А? От цвета коробка. Ой, это я забыл, да. Привезли мы на дом пушку, будем сушить плитку. Очень-очень плохо сохнет, в доме очень-очень холодно. Вот, чтобы все высохло, чтобы все было хорошо. Вот мы сколько будем тут находиться, часов столько будем греть. И нам будет тепло, будем сейчас работать на доме. Девятнадцать, это уже 27. Что делаешь? Работку тебе подогнали. Да. Сантехника вызывали? Я тебе припахала, короче. Ты на него наемный работник, наверное. Нет? Пока еще не заставляет. У них сломался. Что у них сломалось? В бачке.
поплавок сломался. Черничники купили, но не заменили. На дела семейные должны заменять. Каждый делает, да, свою работу по чуть-чуть. С миру по нитке. Как себя снимать? Да? С фонариком надо снимать. Хорошо. Ну, с работы все как в этих государственных организациях. Маски осуществляются. Следуем масочному режиму. Что? Это... Нет, это вот Стась другой. Все поменялись местами. Я кручу. Жену мою. Это просто налет от воды. Вот сейчас мы поставим вот такой вот поплавок будет. Этот поплавок даже понадежнее. А вот это уже будет на смыв работать. Короче, дело, я пошла. На доме что буду делать? С икон буду снимать эти. Ага. Скоро приду. Так, пока Артём там помогает деду, я начну убираться. Начну убираться с нашей кухни. В чем моя задача стоит? Снять с окон. Пленку мы когда штукатурили, закрывали окна. Видите, что тут творится? Вот это вот все, что лишнее. Мусор. Вот эти ненужные коробки не подходят, я их соберу. Вот. Все, что вот я хочу сейчас сделать. Надеюсь, я сделаю максимум. Это наша кладовочка. Кухне спрашивали, здесь будем хранить банки, там не подведено отопление туда, там будет прохладно у нас. Что, приступим? Ну что, немножко даже и преобразились мы. Чистенько стало. Поехали дальше. В другую комнату пойдем. Вот у нас остались остатки плитки. Все заберем, все должны у нас принять назад в магазин. Это тоже остаточки. Все, тут надо прибраться, коробки. Вот окошко. Что, приступаем? Решили куски плитки вот такой вот отнести в кладовку у нас на кухне. Потом, когда будем заливать... Что мы будем заливать? Заливать будем террасу или забор. И вот это вот все туда катаем. А хорошую сейчас отберем. Завтра поедем сдавать. Thank you.
делаешь? А то я только себя снимаю, я работаю, а ты что ходишь? Вообще ничего не делаешь? Что ты ходишь, да? Ну что, у нас тут в зале уже убрано. Надо окно закрыть. Нет. Теперь я перехожу к нашей спальне. Срываем с окна и подметаем. Все заняты делом. Так, насчет котла. Сейчас я вам расскажу насчет нашего теплового газового котла. Вот наша гребенка. Здесь она идет на все батареи комнатные. Она идет на теплый пол кухня, теплый пол коридор, котельная, прихожая. Еще получается. Короче, очень много краников. Эти краники у меня подписаны, чтобы не забыть, поэтому сейчас вам точно не расскажу. Вот здесь у нас будет стоять газовый котел. Вот питающий на него, вот на него вентиляция. Но вентиляцию нам нужно перенести немножко выше. Немножко выше. Вот здесь это вторая вентиляция. Мы ее перенесем немножко выше, так чтобы котел был на уровне глаз. Я думаю, что где-нибудь даже не будем сильно пробивать. Мы ее поднимем вот где-то вот сюда. Тут немножко пробьем. И, в принципе, я думаю, что нам будет достаточно, если рассматривать тот котел, который мы хотим сюда устанавливать. Для него все есть. Также у нас установлен уже счетчик на воду. Вот он здесь фильтр стоит водяной. Ну и в принципе у нас основные коммуникации уже в доме, которое тут уже все сделано. Осталось только подключать. Сегодня мы решили приехать в деревню поработать, потому что сегодня с плиточником нужно было рассчитываться. Он свои все там дела закончил. Пойдемте посмотрим. И мы уже решили с женой приехать посмотреть, как тут дела обстоят. Вот здесь оно все подсыхает. Мы кошку специально взяли в аренду для того, чтобы здесь застыло все. Потому что клей еще не до конца засох. И плиточка может еще разойтись. Поэтому кошка будет чисто сюда. И решили мы, как я уже сказал, убрать отсюда весь хлам, убрать весь мусор и просто уже убраться дома, потому что он уже, если честно, смотрится в большей степени как жилой. Ну и вот здесь плиточнику тоже осталось зафуговать вот этот кусочек, потому что мы здесь плитку выбивали, так как она сразу лежала, помните, да, вот так, по порог, и уже укладывали ее под саму дверь. Он сказал, что у него фуга есть, он попозже приедет и здесь зафугует именно таким цветом, как мы здесь взяли. Осталось нам с проводкой здесь разобраться. Должны приехать на днях, закончить, развести все по комнатам, поставлять автоматы на все течет провода. Короче, разведет так, что, ну, потом он нам расскажет, мы это все запишем и расскажем вам. Так что у нас на каждую комнату, можно сказать, чуть ли не на каждую розетку будет свой автомат. Это все, конечно, для безопасности. Все это дело надо закрепить. Ну и я уже буду. Где-то стоят коробки в розетках. Для розеток и для выключателей. А где-то не стоят. И плюс еще патроны. Вот эти вот провода, вот висит это под лампочку. Уже когда он это все дело разведет, я уже поставляю до конца розетки, выключатели.
и поставляем целка патроны для того, чтобы у нас уже в каждой комнате было все. Вы там писали, что сейчас чаще всего снимается Яна. Ну да, так получалось, потому что сами видели, что из машины у нас были вопросы. Одну надо было чинить, потом мы купили машину, потом еще какие-то там дела. Я, короче, все время провожу либо на работе, либо в гараже. Ну вот сейчас мы освободились, сегодня поставили машину на учет и уже будем с вами общаться, сниматься, отвечать на ваши вопросы. Ну и просто уже надо с семьей проводить время и заниматься домом. Невысоко для вас, нет? Нет. У нас тут сожитель есть. Рюди Дубай живет с нами. Говорит, не буду уезжать, это мой дом. Я первый сюда заселился. Где-то еще один есть. На этом фонаре еще один сидит. Вот еще один. Смотрите, какой. Какой пацан. Вообще ничего не боишься, смотрю. Ладно, отдыхай. А мы пойдем работать. Ну что, мы все убрали, и теперь мы хотим померить квадраты. Да, чтобы знать уже по весне, если все хорошо, будем покупать ламинат. Да, и сколько нам по деньгам, чтобы мы знали. И будем еще считать, сколько розеток, включателей будем приобретать, чтобы ввести нам свет в эксплуатацию. Нужно, чтобы все уже было чики-пуки, чтобы не было торчащих проводов. И, надеюсь, наш электрик нам доделает уже в ближайшее время щиток. Ну, давай мерить. Ну что? Поработали. Потому что как-то устали. Но это усталость очень приятная, да? Mm-hmm. Я вообще первый раз, да, потому что я что-то делала, у меня прям такой азарт, я готова вообще здесь до утра, наверное, делать и остаться даже ночевать. Это, кстати, пышка греет, ну, конечно, мы одеты, спать уже здесь не будешь, но... Где тепло. Да. Не хочется уже не подумать. Ну, что тут остаться? Так уже вот подмели, навели порядочек. Уже так вот представляется, вот тут мы поставим кровать, вот тут у нас будет висеть светильник, mm-hmm. вот здесь будет детская, вообще как-то... Mm-hmm. Приехали. Уже поздно, но темно. Приедем деду с бабой, скажем пока. Да, соберем тут все. Громче говори, потому вещи. Что... Вещи. И... Поедем. Поедем. А завтра поедем, мы сдадим плитку. И мы сегодня деду с бабой так и не доделали туалет, потому что не подошел поплавок. Завтра надо еще с утра заехать, забрать, точнее найти другой поплавок, который подойдет, и приехать сюда установить, и до 2 часов успеть еще сдать плошку, и потом еще успеть сдать плитку. Да, ну плитку-то понятно, что до вечера, но дед, короче, задачки. Вот если бы уже не ты, уже психовал, потому что ничего не подходит, разобрал, а там ничего не подходит. Ну ничего, все, поехали. Всем пока. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.